подставку. А два крайних бегут, крайний и центральный бегут по бортам. И, может быть, в первом периоде так особо никто не будет играть. А вот в третьем актуально бросок. И забивает Максим Шалунов. Оказываясь в объятиях партнеров, 18 секунд, ну там совсем мало времени. Ну вот как ему дали одному вылезать туда? И вот Полыгалов, по-моему, не с той стороны начал обороняться. Уже здесь надо было играть Шалунова. И... ну надо отдать должное, классно, и Сибирь и насела на ворота. И...